PaceMax тоже очень прост. Смотрите, здесь что надо понимать? Он работает по принципу Emacs. Значит, клавиша M это Alt. Вот когда мы видим документацию Emacs, будем видеть это M, то это будет Alt. То есть, нажимая Alt-X, я не зашел сюда, Alt-X, мы будем открывать мини-буфер. Это мини-буфер, куда вводятся все команды. Вторая вещь, которую надо знать с Emacs, которая будет работать, сочетание клавиш Ctrl-X и, допустим, Ctrl-S будет что-то сохранять. Да? То есть Ctrl-X будет работать и в SpaceMax, и любой другой модификации, потому что это глобальные клавиши Ctrl-X именно, да? Ctrl, и дальше пошло Ctrl-C, там сохранение, или там Ctrl-X, Ctrl-S, выйти, да? Они будут глобальные. Следующее, если мы возьмем, например, вот сейчас мы занимаемся SpaceMax Org, то здесь есть внизу и свои клавиши. Их тоже много не надо. Ну и даже они, да, то есть всеми пользоваться не будут. Просто здесь разные состояния. Одному нравится более тонко работать, другому более грубо. Но в любом случае он имеет переходные состояния, как правило, которые, вот допустим, M, да, Red, так, пока это оставим. Переходные состояния – это быстрый вход в определенный режим. Мы с вами это уже делали. Вот, допустим, мы сейчас возьмем пробел BB, то есть вошли в режим переходное, да, состояние, где мы будем работать уже с буферами. Можем выбирать любой буфер. Escape, нажали, все. Я просто тему светлую вам поставил. Меняем тему на лету. Пробел T большая N. Откуда эти темы меняются, кто пропустил том видео. Дальше. Сейчас я вернусь. Файл настроек. Здесь в SpaceMax все очень логически. Здесь тоже запоминать ничего не надо. Например, перейти в файл настроек. Есть быстрая команда. Пробел. Все здесь начинается с пробела. И меню. Это уже меню Emacs. То есть SpaceMax. Дальше у нас привыкает взгляд со временем, мы видим, что мы хотим. Команд очень много, но пользоваться вы будете тем по вашему направлению. F, если файл, то это будет сюда F. Файл, edit, .файл, это файл SpaceMax, называется .файл. Вот быстрый переход. Вот темы, которые мы вбили, .файл. Темис, да, я вбил темы. Вот они будут переключаться в нужном мне порядке. То есть не в нужном, а как вот они стоят. При помощи клавиш Ctrl, большое T и N. Вот оно переключается по порядку, как оно у меня установлено. Что хотел сказать со вчерашнего, пока не забыл. Значит, Doom Additional Packages мы ставили. Сейчас, сразу это пока не забыл, надо, чтобы вы убрали. Пробел SS – это у нас поиск. Вот, swap появился, да? Вводим. Вот они поставили. Вот здесь у нас был Doom Team.
Закомментируйте или удалите, и я пока, допустим, поставил солярит теме. Хотите много тем, лучше установите все-таки, потому что было там исключение. Да, оно не мешало, но на мозги давило в месседж при запуске. Значит... Space Max, Mega, Мегапад. Просто в главный слой layers, который мы вбивали, да, 3/4 строка, что я говорил, внесите мегапак, и у вас там станет тем 90, выбирайте, пока не посинеете. Выбрать, поиграться с темой можно пробел большое ТС. И открывается меню с кучей тем, которые у меня их мало, мне просто не надо они, да? А у вас будет там очень много. Вот выбирайте, первые буквы вводите, и будет у вас, допустим, просто солярит, да? Enter. Ну, та же самая, как это. Поняли. Значит, теперь смотрите. Мини-буфер в то, что мы говорили. Emacs открывается Alt-X. MX. Видите, здесь мета. Это Alt. M большое, это Alt. Но средствами SpaceMax лучше быстро назвать два пробела. То же самое. Да, не надо две буквы называть. Q выход, да, либо escape, либо выход, если не выходит, как бывает там, когда будем работать с git, Ctrl-G запишите, да, всегда убьет буфер, ну, который открыт, мини-буфер точно убьет. Либо три escape, все по-разному. Так это, ребята, очень супер. То есть, получается, редактируем Svim. Глобальные клавиши Emax, Ctrl-X, Ctrl-C, например, Ctrl-X, Ctrl-S, то есть сохранение, да, сейчас нечего сохранять. Ctrl-X, Ctrl-S, но нечего сохранять. Он будет работать и в любой модификации SpaceMax, Doom там и все прочее. Но чем хорош, как я сказал, SpaceMax, что здесь есть переходные состояния. Сейчас мы будем с ними работать. Иными словами, когда, откуда они идут, чтобы вы понимали. Есть такая вещь, вы и сами можете себе придумать, если захотите. Вот откуда они берутся. Emax Hydra, да? Иными словами, вот у нас 10 функций. Мы... входим при помощи двух каких-то сочетаний клавиш в этот режим гидро, а дальше буквально одной буквы мы можем делать все, что хотим, что у нас назначено. Вот именно из этого вот размышления здесь и есть вся эта справка. Она очень сильно продумана. И, как правило, всем вы пользоваться не будете. А будете пользоваться только то, что запомните, я имею в виду, вам нужно будет в работе. Посмотреть вообще, что к чему. Всегда можно набрать основную библиотеку. Ну, например, если что-то подзабыли, открыли мини-буфер. Ой, открыли мини-буфер. И нам надо букмарк. И вот пошло, да, то есть уже, даже если мы что-то забыли, если есть сочетание клавиш назначенное, то оно есть, чуть что можно прописать. Или там потом будем очень мощная вещь работать с проектами. Projectile. Это офигенная вещь работать с проектами. Вы что, тут чего только нет. С одним этим можно на месяца два зависнуть. Поэтому все основное. С
справка вся есть, да? Поэтому, когда режимы, они здесь есть уточняющие, есть, грубо говоря, для гурманов, есть, которые работают. Выберите что-то себе такое, чем вы будете пользоваться. Например, надо точно достроить, вот что надо достроить. Например, тре, да, дерево, три. Пробел, П, Т. И вот оно спрашивает, этот проект деревом сделать? Да, окей, этот. Смотрите, есть значки. Давайте попробуем перейти на дерево. Сейчас потом клавиши, просто еще не дошли до этого. Мы можем вот любой файл открывать. Хорошо. Давайте разберемся сейчас с такой вещью, работа с окнами. Догадаетесь. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, при работе с окнами какая будет буква? Ну, конечно же, W, Windows. Набираем.